Привет! В этом видео я покажу тебе скрытые сундуки. Для того, чтобы начать поиски, я отправляюсь на юго-западное побережье острова Ватацуми. На побережье ты заметишь заброшенный лагерь, внутри которого ты сможешь найти записки похитителей сокровищ. Прочитав записку, отправляюсь на поиски мест, в которых есть метка. Первую метку можно найти неподалеку от деревни Бора, но клада там не будет. Вторая метка находится у подножия святилища Мау на востоке. В этом месте нас уже будет ждать закопанный сундук. Третья метка расположилась между водопадами, находящимися на севере святилища Мау. Внутри дерева ты можешь выкопать сундук. Четвертая находится в северной части острова Тацуми, недалеко от точки телепортации. Пятая будет ждать нас на уровень ниже, у подножия скалы. Шестую можно найти на подножье восточного острова Ватацуми. Седьмая находится на юго-западе Ватацуми, около водопадов. И под конец, чтобы достать драгоценный сундук, сперва перемещайся на восток Ватацуми и идем на север. Подойдя к водопаду, расположенному напротив дворца Омегадзена, прыгаю вниз, где находится лагерь похитителей сокровищ. Тут нам предстоит одолеть их. После чего, открыв сундук, мы получаем письмо Риндзю. Письмом в руках возвращаясь на юго-западное побережье острова Ватацуми, исследовав место рядом с запиской похитителя сокровищ, мы обнаружим драгоценный сундук. Вот и все. Понравилось видео и хочешь меня поддержать? Подпишись на мой Twitch канал. Ламповые стримы каждый день после 6 вечера по Москве. Всего доброго и путь к концу.